Всем привет, друзья! С вами Неломоб. Мы с вами продолжаем играть в игру под названием Silence. Итак, нажимаем «Играть». «Играть». Поехали! Значит, мы в этой игрушке уже многого достигли, многое прошли, и я надеюсь, что мы сегодня, может быть, даже до конца ее пройдем. Давайте же поддержим ролик лайком, чтобы я понимал, стоит ли такие подобные игры еще искать и проходить. Она же интересная! Она как сказка, как мультфильм. Значит, мы остановились в том моменте, что мы не могли поймать этих маленьких зубастых гремлинов, которые без конца и края от меня удирают. Мы сейчас будем с вами думать, где их найти и каким образом их поймать и засунуть в трубу, чтобы они помогли впоследствии нам вернуть осколок, пройти ворота и так далее. В общем, давайте смотреть, что у нас тут. Тут у нас локация следующая, вот это вот. Вот, этого мы уже попытались его поймать, не получается. Фонтан с монетками. Неважно. Фонтан с монетками. А ну-ка. Фонтан. Сколько монет на удачу? Так, монеток у него полно. Один там на шарике он летает. А кто? Это один из их братьев, судя по всему. Ну, наверное, нам нужно вниз к Ренни спускаться. Сейчас только хочу этого лопнуть на шариках. Корзина вот. А там Ренни внизу. Шарики, шарики. О, лопнул. Все, отправляемся к Ренни. Идемте вниз. К нашей сестренке, к нашей королеве, избранной нашей. Собственно, мы с вами должны как-то изучить нижнюю часть, мне кажется, больше, повнимательнее, посмотреть на все. Возможно, где-то этот все-таки маленький зубастый гремлин, этот зубастик где-то спрятался, и нам просто надо его найти. Сейчас попробуем, сейчас попробуем. Пока что загружается. Вот, Ренни. Значит, вот один тут сломанная труба. Значит, тут у нас колодец. Колодец, в который мы спускаться вниз не можем. Судя по всему, только смотреть на него можно. Это все хорошо, капель. Ладно. Нужно поскорее поймать всех Луми и вытащить капля. Да, согласен. Идемте на рынок. Перейдем в эту локацию. На рынке, скорее всего, мы как раз и разберемся. А на рынке, там прыгал этот один на... Получается, не на шатре, а на этом, короче, покрывали, что ли, на палатке. Один прыгал, он наверх ушел. Один вон там, значит, искатель, один в яме сидит, один ходит. Так, ну пойдемте смотреть. Магазин со сладом. Ничего не осталось, Луми все обчистили. Тут никого нет. Ну идемте на пристань, еще там внимательнее посмотрим. Тут тоже ничего не вижу. Каких... мест, где бы этот Луми, этот зубастик гремлин, мог бы прятаться. Но все же надеюсь, что здесь где-то мы сейчас что-то заподозрим. Надо внимательно смотреть, очень внимательно. Так, загрузка. Есть такое дело. Так. О, тихо, я как кажется что-то заметил. Вода. Какие-то бульбашки, видите? Пузырьки какие-то. А ну-ка, что за... Ох, бедняга. О, это же Луми. Погоди, сейчас я тебя высушу. Он чуть не утонул, слушайте. Суши его. Весь чем? А, шарфиком. Фу. Как он убежал, паразит маленький. Так, надо его поймать. Идем за ним. Вода. А куда он ушел? Почему они без конца от меня убегают? Я никак не могу с ними справиться. Мне нужно как-то их собрать. Ну, двоих мне надо, да? Там две девочки были в той крепости сверху. Мне надо, получается, один Луми у нас в трубе есть. Надо теперь как-то этого поймать. Сейчас будем с этим делом разбираться. Эй! Не-не-не, он где-то... Кажется... О, вот он! Лови его! А как это? О, он там! Луми, туда быстренько. Он убегает от меня! Я не успел его, он только что вылез. О, теперь... Нет, не туда, вот тут. Почти. Его можно поймать? Нет. Gotcha. Есть, попался, словил. А, у меня есть Луми. Смотри, как она его несет, забавно. Словили тебя, маленький негодник. Проказник. Они как дети маленькие, играются со мной, прячутся, бегают от меня постоянно. Это нечестно. Чего нет, не убегают, алло. Так. Собственно, сейчас нам надо попытаться его запихнуть в трубу наверняка. И как-то наверх отправить их через эту трубу. Они полезут сами.
Так, ну вот, допустим, пихаем его сломанную трубу Твалуми второго. Один вон там ноги не торчат. Мы одного уже запихнули в прошлой серии. Эй, моя леска, ладно, оставь себе. Пусть это будет подарок. В смысле? Леску отдай. Что хотел сказать, если вдруг вы не видели, вы не понимаете, что это за игра, не видели прошлую серию, то она есть в описании. Ладно, дружок, теперь вы... Нужно закрыть трубу. Тогда не придется снова их ловить. Так, труба, берем. Прошлые серии есть в плейлисте, ссылочка в описании будет, можно на плейлист нажать и пересмотреть все серии этой игры. Ну и других тоже там, в принципе. Так, банка. Оп, все, я их там забаррикадировал. Так, ну, теперь что? Капель, Луми слишком толстый, они застряли в трубе. И что мне делать? Не знаю, о, какая-то пошла загрузка снова. Не знаю, что за загрузка, но сейчас разберемся. Возможно, мы теперь, он, если обратилась к каплю, мы будем за капли теперь играть, или как? Или как? Эти, конечно же, загрузки этих сцен немножко напрягают. Ну, что ж поделать, по-другому не получится. Так, вот и капель, он со осколком. Есть идеи? Эй, каплик, привет. Так, каплик, во-первых, возьми, что с лезвием? Осколок. Бери его, не надо его терять. Нельзя его забрать? Эй. Можно отдуваться? Может сдуваться, это мы помним. Помним с вами. Ящик, ну давайте зайдем. Так, а это ящик фокусов. Он поджегся. Так, хорошо. Что теперь? Мы должны его поджечь снова? Вот он огненным стал. Допустим, тянем. Бумц. В тартарары улетел. Нам что-то поджег? Все, что можно было. Ну давайте попробуем это... Литавру поправить как-то. Он огненным должен как что-то еще поджечь здесь. Еще теперь ровно его запустим. На барабан. И ничего не произошло. Головокружение. Осколок можно поджечь его? Поджарить? Нет. Пробуем литавру повернуть в левую часть. В левую сторону вернее. Так, резиновая рогатка. Тянем. Тянем. Есть. В левую сторону. Огненного капля. Ничего не дало. Головокружение. Дыра в стене. Так, что за дырка? Дыра в стене. Дыра в стене. Ух ты. А зачем я-то поджег? Какой-то рычаг вон есть. Рычаг насоса. Не достает туда. Надо каким-то образом себя... То ли уменьшить, чтобы я туда поместил. Может, надо сделаться капель. А ну, ящик с фокусами. В этот залезем. Он потушится сейчас или что с ним произойдет? Он стал обычным. Пробуем в дырку залезть. Вот я стал этим самым пластинкой. Жевательной резинкой стал. Пластинкой. В дырку. Оп. Не помещается. Обычный размерчик. Тоже не помещается. Каким-то образом надо себя уменьшить. Капель, как мы это с тобой сделаем? Ящик с фокусами. Может, я как-то не так лезу? Канал. Как-то надо наколдовать что-то. Он залазит в ящик и поджигается. Вы заметили? А если еще раз я залезу в ящик огненным? Он будет таким же огненным? Он просто меняет свой... Ящик с фокусами. Вот это с этой стороны залазим. О, я в какие-то капельки превратился маленькие. Пузыри. Может быть теперь... А, ну да, по идее он должен туда теперь дырку поместиться. И там сверху, по идее, соберется. И, собственно, на рычаг нажмем, да? Горошины получились. Так, пробуем сразу же на рычаг клацнуть. Получится клацнуть, повернуть его. О, походу какие-то газы пошли по трубам. И, по идее, эти маленькие наши зубастики сейчас вверх полетят. Ну, как я себе представляю. Такс. Опять загрузочка. Сейчас наверняка мультик какой-то будет, как они вылетают сверху или нет. Даже не знаю. О, вот. О, раз, два,
Есть два у нас товарища наших. Фонтан с монетами. О, крючок с фонтана. Они все хотят сладостей. Так, опа. Что-то мне тут изображение какое-то появилось. Невозможно, пишут мне. Надо... А мы можем сразу их поймать или не будут от меня удирать? Кривоногая мне до картошка. Они у меня отбегают. Они очень шустрые. Значит, давайте, видели, там что-то с крючком было. Подвинем лавку поближе. Ну, тяни ее, тяни. Еще немного. Чикс. Пододвинул. Пробуем еще. Чикс. Еще чуть-чуть. Бегите, бегите, глупцы. Я сейчас вас тут поймаю. Теперь попробуем крючком взаимодействовать. Труба. Крючок на трубу, плюс это дело. Если они такие же тупы, как кажутся, то обязательно споткнутся. Вот, мы сделаем для них ловушку, чтобы они споткнулись. Сейчас будем их гонять. Вот, значит, один конец за ножку, а другой конец за трубу. Вот так. Теперь бежим за ними. Чик-чик-чирик-чик-чик. Конфеты они хотят, сладости, видишь какие. А ну-ка, давайте спотыкаться. Бумц-бумц. Все, зачем запутались, бедолаги? Друг на друга как пузяками упали. Забираем. Так, Олеску? Нельзя. Все, мы, по идее, должны теперь отдать тем девчонкам. А они нас должны пропустить через ворота. Так, я говорил, что девчонки должны осколок отдать. Осколок, оказывается, внизу у капли остался. Каким образом капель должен нам теперь этот осколок туда снизу наверх доставить? Ренни, отдай девчонке. Так, ну давайте пробуем. Большие деревянные ворота. Вот мы принесли два гремлина девчонкам. Открывайте. Так. Кое-что принес. Ура! Луми! Луми! Чик. О, какие милые. So cute. Обнимашки. So cuddly. Смотри, как они радуются. Они так смешно верещат. А радости, сука? Буду теперь кого одевать, костюмчики шить, платьица им всякие. Я себе представляю, губы ему костюм. Так, что это у нас? Что за капли? Что за слезы? Что-то такое? Дождь начинался, что ли? Что-то начало, что-то за отсылочка такая была. Какая-то, как будто бы плитка, и на нее упала одна капля всего лишь. Что это могло значить? Пока я не знаю, честно скажу. Даже каких-то догадок нету. Так, смотрим, что дальше будет. Внимательно смотрим, внимательно. Ага, Ренни. О, капель надулся. И на шарике, собственно, прилетел и принес нам осколок. За что, конечно же, ему спасибо. Головокружение. Молочинка, ха-ха. Дай 5. Бам. Ебой. Ура. Все, теперь мы можем действовать. А что нам, собственно, шатер? Прощай, цирковой шатер. Нам пора двигаться дальше. Тупик. Ну все, идемте на рынок пока что. А куда нам двигаться? А, ну то теперь, помните, когда я клацал, если в прошлую серию, конечно же, смотрели. Я клацал возле, когда я был в порту, ну там возле той речки, я клацал на город, она говорила, пока у нас не будет осколка, нам там нечего делать. Так, искатель, не переживай, он там застрял. Так, все, капаль, пошли. У Луми для тебя ничего не нашлось. Ладно, идемте на канал и попробуем как бы дальше пройти игру. Если я правильно все понимаю, теперь со осколком мы можем перебраться. Как мы перебьемся на ту сторону? Ну, может, капель поможет? Он может же надуться, либо же растянуться, сделать какой-то нам мостик. Но если он надуется шариком, мы как бы как на шарике можем переплыть. Так, вот, Калимар. Без людей это просто город-призрак. В порт. Нам нужно пробраться, Каплик. Отсюда уже рукой подать до порта. Вот, Каплик, давай что-то думать. Вода. Каплик, ты надувайся. Или сначала давайте мост попробуем сделать. Каплик, на воду. Боюсь, так мы пойдем ко дну. Тогда давай будешь у нас в роли... спасательного круга. А ну-ка, получится. Кажется, что-то пошло. Так, бумц. О, ты даже лучше надувной лодки. Она прям реально
и гребет. Так рукавицы же намокнут, и ботинки наверняка тоже в воде. У нее же, я так понимаю, зимние они, а не дождевики. Такие не резиновые, имеется в виду сапоги у нее, скорее всего. И рукавицы будут мокрые. Ладно, она их выкрутит. Высушит, надеюсь. Так. Корабль какой-то. О, вот мы уже в порту, собственно, и отправились в путь. Так, наш брат. Шут. Гороховый. Are you all right, Reedy? Ты в порядке, Ренни? Смотри, вон, они идут. Кто? Вон, Сэм и Янус. А за ними свора искателей. Двери закрываются. Оп. Кто с мной? Искатели, боже, эти милопищи. Ренни, Сэд, Вик. Мы почти готовы отплыть. Нужно только подготовить посудину. О, нет, о, нет, нет. Сюда, каплик. Оп. Так, а что они собираются сделать? Тяжелая, слушай. Сука, она что? Ой, сейчас петлю запихнет. А что они хотят сделать? Давай зубами хватайся. А, нужно мне хватануть? Оп. Есть. Он хватанулся, и что это дало? Ура, молодец, каплик. А, они раздули эти паруса. Правильно я понял? Паруса поставлены. Ого! Что-то не так! Обнимается там со своим капликом. Ренни, ты чего? Рано еще обниматься. Так, цепь, якорь. Тьфу! Хотелось бы взять с собой Сэма и Януса. Значит, что, надо... Это что? А, это поднять якорь. Не-не-не-не-не, не подымай. Они же, надо их забрать тоже. Не хватает сил. Каплик, а ну-ка, помогай. Тоже. Рычаг. Ну, тянем, ладно. Блин, другого варианта нету. А и как забирать? Ренни, Седвик. Нужно им помочь. Нет, нужно спешить. Так, и что будет? Стой и не двигайся! Кира! Ты думал, меня парализует навсегда? Скорее, надеялся. Уходи, ты нас не остановишь. Да, Седвик? Дай мне осколок. Нет, он нам нужен, чтобы разрушить безмолвный мир. Ни за что. Я королева, я принимаю решение. Я не отдам судьбу безмолвного мира в руки ребенка. Сойдите с корабля. Что? Бросайте якорь и спускайтесь. Осколок можете отдать мне. Потом идите туда и займите место Януса и Сэма. Седвик сопротивляется. Ренни, все должны остаться... Сопротивляйся. Ренни, все должны остаться друзьями. Какой вариант выбирать? Мы можем уплыть все вместе. В смысле, нам всем по пути. Это корабль повстанцев. Убирайтесь с него. Монархисты. Нет, не подходи к канату. Оставь от нас. Седвик, защити Ренни. Ренни, ты королева. Сделай что-нибудь. Давайте Седвик пускай защищает. Считай до трех. Отойди, или я разнесу ворота. Искатели разорвут тебя. Нет, Янус и Сэм все еще внизу. Не волнуйтесь, королева Кроха. У него кишка тонка. Седвик, стреляйте из пушки. Ренни, отправь капля на Киру. Стреляем из пушки. Ничего личного. Вот это жесть. Ворота. Атака. Нет! Крик. Бам! Кажется, все искатели были повержены, слушайте. Но это такой, сейчас такой момент скользкий. Мы могли разными путями действовать на самом деле. О, сейчас их сгрызут. Янус, Сэмюэль. Чик-чик-чик-чик-чик. Корабль. Что ты наделал? Я поступил верно. О, жесть какая. И что с ними теперь будет? Может быть, не стоило как-то спустить капли на нее? Я даже не знаю, правильно я поступил или нет. Было два варианта как-то действовать в этой игре, да? То есть там, может, можно даже две концовки есть? Так, плывем.
И что дальше будет теперь? Их там наверняка загрызли. Зачем ты это сделал? Как ты мог выстрелить в Сэма и Януса? Я стрелял по воротам, а не по ним. Это одно и то же. Когда ты разобьешь зеркало, они и так исчезнут вместе с безмолвным миром. Ты трус. Ноа бы точно что угодно сделал ради меня, что угодно. На самом деле, сейчас Ноа не может ничего для тебя сделать. Ноа всегда говорила, что ты глупый клоун. Неужели? Ты мне больше не друг. Я хочу вернуться к Ноа. Давай, показывай, где тронный зал. Сделай что-нибудь, дурацкий кусок стекла. Еще утешить Ренни. Не время давать волю чувствам. Давайте утешим, я на маленькая. Я только и старался, чтобы тебя вернуть к Ноа. Я здесь для этого. Не бойся, я задам курс и доставлю тебя к зеркалу. Так, берем стекло. О, спит кто-то у нас. Матросы спят, служба идет. Так, осколок у меня в руке. И что теперь? Осколок показывает путь через свет в тронный зал. Что же это за свет, которым сияет над морями? Маяк, что ли? Ни лучика, куда ни глянь, только облака. Попробуем. Ты что, я что-то вожу тут, вожу, и что я должен увидеть? О, что-то мелькнуло. Это маяк. Ну да, правильно. Свет, которым сияет над морями, надежда, конечно. Так, маяк найден. Нам нужно на маяк. Ты слышала, Ренни? Нам нужно добраться до маяка. Ну, плывем. Плывем. Так, ух ты, как красиво. Небо такое. Замечательно. Ты знаешь про маяк, Каплик? И я нет. Но я знаю кое-что гораздо лучше. Луну. Ох, смотри, какая она большая. Капль? Куда ты делся? Каплик! Гусеница превратилась в бабочку. Как здорово! Я тоже хочу летать. Но как? Он должен был сначала в куколку превратиться, потом уже... Гусеница, а с гусеницы бабочка, по идее. Или как? Или гусеница. Получим достижение, как бабочка на ветру. Оп. Чё, с ума сойти. У меня тоже крылья появились. Летаю теперь вдвоем. А что мне делать теперь с этим стеклом, с этим осколком? Знаю. О! Попался. Прикольно летаю. Здорово. Балуется себе, развлекается. А где ее крылья? Еще хочу в догонялке. Так, мы должны теперь... Ух ты, я управляю. Реально, нужно теперь как лететь? Вот я лечу как бы. Ага, я влетаю в дырки и ускорение происходит. Прикольно реализовали они. Жук-жук. Я догонять его должен. Последний. Опа. Догнал. Опа. Хи-хи-хи. Хи-хи-хи. Все, моются. Спорим, я быстрее тебя. Быстрее я легко тебя догоню. Я быстрее тебя. Спорим? Че, снова будем лететь? Снова играть в догонялки? То есть теперь меня будет догонять этот капель? Out, берегись You're облаков, тебя догоняют. Всех вас, ха-ха, ха-ха-ха. Так, снова надо залетать в дырки. Ну, давай. Так, пока... Ой, дырка пропустил. А где еще дырочки? Не вижу пока что нигде их. Где дырка? А, вижу. Дырки — это ускорение, я так понимаю. Дырка, дырка, дырка. Ай. Запнулся. Внизу дырка. Главное различать среди всех облаков дырки, отверстия. Ой, это кажется последнее. Снова догнал. Смотрите, как она его гладит. Пузико ему чешет. Капля. Опа. Тихо. У нее закончилась вся мана.
Все волшебство закончилось. А что у нее крылья пропали? Не понял. Она падает в воду? Почему? Она... И это снилось все. Она уснула. Сейчас бы... Получено достижение глава 3. А мы прошли, кажется, главу 3. То есть это концовка, скорее всего, да? А может быть, будет 4 еще глава? Не знаю. Так, маяк. Это мы к нему подплыли все-таки, да? Пока мы дрыхли, наш, короче, братец, клоун, управлял этим кораблем и привез нас... Нет, не спускайся, Ренни, скорей! Но Капли пропал. Надо его найти. Давай, мы почти добрались. О нет! Молодец, кроха, кузнечик. Ик-ик там. Кто там? Кто там? О! Искатель, привет! И не один, кстати. Ого! Тут целый. На этом маяке полно искателей будет. Их. Ну как, девчонку, по идее, ранее они не видят, правильно? А вот пацана. Пацанчик в опасности. И что делать? Им нужен осколок. Что мне делать? Бросить его им? Что делать реально? Нет, беги к маяку. Живо! А как же ты? Что-нибудь придумаю на ходу. Беги! Нет, я тебя не брошу. Но ждет Ренни. Разбей зеркало. Да, беги. Как он будет с ними бороться? Это жесть. Они его сейчас растерзают. Сжрут его. Пожертвовать собой? Нет. Эй, это твоя голова или просто твою шею вырвала? Эй, на рыбацкой лодке тебя ждут. Ты воняешь. Эй, подходи за бесплатной жвачкой и пенгелями, только жвачка кончилась. Ой, боже мой, они раньше всего раздерут на куски, походу. Они наверняка же его видят. Они так спокойны. Они что-то нюхают. Ай-яй-яй-яй, он сейчас прямо в морду ему смотрит, прямо в лицо. И чё? Ой, боже, он реально его уничтожил. Он превратил его в искателя. Жесть. Они превратили ее брата в искателя. Беги, беги, беги! Они не уничтожают людей. Они превращают в искателей. Осталась только одна одежда. Шапка одна осталась этого клоуна. Этого шута. Жесть, какая она. Девчонка осталась сама, реально. Фу. Так, и что теперь? Они ползут. Они же ее не видят. Я ж помню, что они ее не замечали никогда. А чего теперь они ее замечают? Или они чувствуют осколок? Так, вот она на маяке. А где зеркало, о котором так много вошла речь? Так, давай, лезь вверх. Наверное, зеркало наверху? Или как оно должно сейчас все происходить? Это есть зеркало? Это же маяк. Что теперь? Я в ловушке. Угу. Что делать? Так. Могу ходить тут. Ходить, бродить, смотреть. Седрик и Капль. Как же я без вас? Без понятия, слушай, Ренни. Где-то что-то надо нажать. О, месяц. Назад. О, тихо. О, какие-то звезды там были. Там были какие-то звезды, и можно было не клацать. Смотрите-ка. Звездочки вон. О! И что с этими звездами? Шана сказала, что осколок укажет путь. Через безысходное море огней или что-то вроде этого. Звездочка, ты сверкаешь высоко. Скажи, тронный зал, там что-то. Ну уже. Чик-чик, что-то колдует.
О, как красиво. О, я теперь могу этим лучом управлять. Я могу звезды уничтожать. А так не надо, наверное. О, большие звезды, видите? Что происходит? Я звезды уничтожаю, вот что. О, одну соединил. Так, видимо, соединять друг дружкой. Как дальше соединить? О, треугольник. Какой же ты молодец, молодец, осколок. Ракета какая-то. Путь открыт, спасибо, осколок. Так, мы что-то для себя открыли. Какие-то ступеньки. Как нам теперь туда пролезть, что ли, надобно? Или надо еще снова что-то вырисовывать? Путь открыт. К чему путь открыт? Подожди, я ничего не понял. На небе больше ничего нету. О, еще какие-то есть звезды. Тут наверняка тоже надо эти звезды сначала уничтожить, а потом они будут получать и появляться, как нам нужно. Так, вот, допустим, чик, кик, кик. Ой, тут кто-то лезет, ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Осколком, осколком. Я его выжигаю! Поняли? Фишечку. Словили? О, чик-чик-чик. О, я тоже хочу летать. Крылья, о! Мы будем чуть как бабочка. Еще открылись ступени. Так, хорошо. Созвездие крыльев, созвездие ракеты мы открыли. И что теперь дальше? Еще будут какие-то созвездия наверняка, да? О, вижу звезды. Вот они. А что здесь вырисовывается у нас? Что же? О, раз, тут было что-то. Опять лезет ко мне! А-а-а! О, куш, вали отсюда! Чик. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот бы капли Седвик увидели. О, Седвика! Лицо с этой маской, с шапкой. Видите, они к нам лезут, а я их могу осколком выжигать. Это здорово. Так, есть у нас крылья. Есть у нас ступени. Есть у нас ракета. Что-то еще нам надо бы сделать. О, первая была. Ой, лезет тварь. Выжигаем ее. Промазал. Раз, два, три. Нужные звезды поджигать. Ай! Тварь! Жги ее! Видите? Тяжело. Тут надо успеть, короче, соединить все нужные звезды. Ну, опять прозевал. Да что ж такое? Я не могу попасть. Он как-то странно работает. А куда теперь соединить? Может, это вот центральная звезда? О, каплик! Мы каплика собрали! Еще ступени появились. Так, месяцу, что ли? Чего? Вау. Ого! И что там? Такое яркое, ничего не разобрать. Ну, похоже на город этот. Замок света. В замок. И чего? Ой! Вот эти вот существа. Они по ступенькам не смогут идти? Они попадали все. А мы в замок света бежим. А зеркало там будет? Не знаю, какая-то загрузка. Интересно. Это, ну, если это глава третья... Или это была глава третья, мы прошли, или это уже типа пролог, типа, концовка имеется в виду. Вот. Это, наверное, это финальный мультфильм, как вы думаете? Я не знаю пока. Ну, красиво. Ух ты, это тронный зал. Привет. Королева лжи, ты здесь? Ик, зеркало. Ты принесла осколок? Наконец-то. Нет. Я пришла разбить зеркало. Как забавно. Что здесь забавного?
Ты думаешь, если у тебя искатели, я тебя боюсь? Не боюсь. Искатели ищут осколок, это их единственное назначение. Как бы ни встал, кто бы ни встал у них на пути, он тоже превратится в искателя, ибо нет ничего важнее поиска осколка. Осколка истины. О, это она! Или это не она? Это реально она? Она видит себя в отражении? А у нее какой-то такой на лице шрам, или что это, полоска? Прикол. И чего? Держится она за стеклышко. Она должна сейчас пойти осколком бахнуть по стеклу. Но ты права, мне больше не нужны эти создания. Они снова могут стать людьми, какими были раньше. Ты превратишь их обратно? Я не могу, но зеркало сможет, если мы его восстановим. А теперь отдай мне осколок. Но ты это я. Не совсем. Как видишь, я незавершенная. И мне холодно, когда тебе жарко. Ты королева лжи? Я не лгу. Я поверженное отражение. Но очень скоро я восстановлюсь. Так нельзя восстанавливать. Не восстанавливай! Но почему? Что все это значит? Как много вопросов. И ты знаешь ответы на все, но отказываешься их принять. Но мне все равно, у тебя есть то, чего мне не хватает. И ты отдашь это мне. Мне нужен осколок. Да, если ты скажешь зачем. Нет, никогда. Нифига я тебе не отдам! Нет, я не отдам его. Отдашь. У меня голова раскаливается, я не чувствую пальцев. Ты не представляешь, я замерзаю насмерть. И что мне? Мне все равно. А мне тем более. Но тебе придется открыть глаза и увидеть правду, потому что я уже не могу делать это за тебя. Жахни по стеклу. И чего в итоге произошло? Попал снаряд тогда. И что, ты вставишь его или разобьешь? Тогда снаряд сюда стрельнул, и дом разворотило снарядом. В самом начале, я такое припоминаю, смутно, я давно же снимал первую серию. Очнись, Ноа, прошу, очнись. Всхлип. Всхлип, он мертв. Тебе незачем возвращаться. Если ты отдашь осколок, если зеркало восстановить, безмолвный мир будет спасен. Война снаружи будет вечной, но война в безмолвном мире закончится. Искатели снова станут людьми. Как ты думаешь, Янус и Сэм туда вернутся? Я не думаю, я точно знаю. А как же Сэдвик? Как только зеркало будет восстановлено. Даже если во внешнем мире Ноа нет. В безмолвном мире он останется с тобой навсегда. И все снова будет хорошо. Разбить зеркало. Починить зеркало. То есть две концовки есть, да? Я разобью его. Я не верю. Она подлая. Мне все равно. Я хочу домой. Нет! На! И что будет? Видели, у нее глаза почернели. Она была похожа на этих, на искателей. Воу, ее сейчас засосет, что ли? Все рушится, все кругом рушится. Офигеть. Прикольная игрушка. Только, я не знаю, мне стоит загружать и делать альтернативные концовки. Можно как-то загрузить игру немножко назад, предыдущий как бы эпизод, чтобы я мог другие вариации сделать. Всего стекло разбито. Бам! Шкодник не ломоп. Так, получим достижение свет, мое зеркальце, скажи. О, вот она лежит. И с таким вот полоской на лице, со шрамом, судя по всему. Либо царапина, что-то такое, либо просто запачкалась. Непонятно на самом деле, что это за такая полоса. Может, просто кровь потекла так. О, лежит ее. Братец, я так понимаю. И чего? Он жив, должен быть живой. Нельзя, чтобы он погиб. Но в игре, то есть в той реальности потусторонней, он погиб, да, его сожрали. Проснись, Чикс. Тянем. Труси его сильнее.
Трусим, 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 проснись, 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 проснись. А чё он так долго просыпается? О, кажется, проснулся. Он просто руку отбросил. Он погиб, реально? Он умер? Он умер, реально. О, я думал, он проснется. От снаряда погиб все-таки, да? И в этой, в той реальности потусторонний погиб, и тут тоже погиб. Жесть какая. Снежок. Мне нравится твоя история, Ноа. Теперь я расскажу тебе свое. Интересно, есть какое-то продолжение этой игры? Слушайте, я бы с удовольствием поиграл. Какая прикольная сказка. И что дальше? И не удивлюсь, сейчас пойдут титры какие-то. Ну, пока ничего нет. Просто музычка играет, да? А, вот затемняется чик-чик-чик-чик экран. И чего? Загрузка. Хорошо, хорошо. Это очень хорошо. Может быть, теперь мы будем уже как бы в реальности бегать и там что-то совершать какие-то задания. Как-то, может быть, в больницу его. Ну, там, в принципе, фронт, там же война идет. Вот какая больница. Что какая-то полевая. А, ну вот. Да, титры пошли. Мы прошли всю игру, ребята. Продюсер. Кто эту игру создал, кто написал сценарий и тому подобное. Марко. О, я нажал Escape, Чикс, и что? Загрузка. Вот смотрите-ка. Это было, получается, у нас вот концовка этой игры. Давайте, если наберем 300 лайков, сделаем еще, наверное, альтернативные концовки. Посмотрим. Посмотрим. Вот, играть. Можно загрузить, видимо, как-то разбить по-другому зеркало. Попробуем сделать другую концовку. Ну, за вами лайки. Увидимся в следующем ролике. С вами был Неломоп. Мы прошли игру под названием Silence. Всем пока-пока.